Так, вот еще одна белка. Вот вы посмотрите, какая красавица. Она хочет на меня запрыгнуть, на меня хочет запрыгнуть. Вот вы посмотрите. Белка, белка, белка. Иди сюда. Иди сюда, иди, сделай селфи. Город Москва, парк Горького, средь бела дня. Огромное количество белок. Белки абсолютно никого не боятся. Бегают, подходят к людям, берут корм из рук у людей. Иногда даже по людям бегают, чтобы этот корм взять. Вот так вот, вроде мегаполис, а природа берет свое. Мне кажется, она какая-то маленькая. Прелесть. Ведь не боится, я на расстоянии полуметра от нее. А если бы у меня еще в руках что-то поесть было, она бы прямо из руки это взяла. Так это летом, а зимой, когда еды мало, они прям с людьми бегают и охотятся, чтобы те дали им поесть. Так? Вот она. Вот, ну вы посмотрите, где можно сделать такой кадр. Просто фантастика. Ой, спугнул. Главное не наступать на ветки, они боятся, когда что-то хрустит. Если что-то под ногой хрустнуло, они отбегают. Вот у меня сейчас хрустнуло, и она побежала. Но мы все равно попытаемся за ней проследовать. Может быть, получится сделать еще один хороший кадр. Ну-ка, попозируй нам. Ну-ка, 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 ну-ка. Ты, наверное, девочка, любишь фотографироваться. Любишь позировать на камеру? Ну-ка еще разочек. Ну, пожалуйста, давай. Хорошая у нас сегодня фотоохота. Вот, она уже на лавке. Так. Опа! Где она? Вон она. Ну все, больше не хочет подходить близко, знает, что у меня поесть ничего нет для нее. Раз поесть ничего нет, значит, можно и не подходить. Ну, может быть, еще крупным планом удастся белочку сфотографировать. Вот. Вот. Просто чудо. Ну, теперь можно идти дальше. Тем более, что она убежала далеко. Итак, мы находимся в парке Горького. Недалеко от нас нескучный сад. Это лето 2020 года. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Андрей.